Hi guys, welcome back to Junris Vlog. The reaction for this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? I hope you are doing well and amazing. And the title of this video for today that we need to do some reaction is American pilots go hard and Russian aces can't do that. Oh my god, from the title itself, it's so interesting. And credit to the owner also with the video to Army, the true story and the stories. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos, artists that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. I'm so excited with this one, guys. And I really want you to turn on the CC down there for your English and Russian subtitles or what language you want to check. Let's get to it, guys. Enjoy and have fun with this amazing. Wow. Как пообещал вам, что сделаю более подробный ролик о том, как российские летчики уделали асов США. Долго не мог собраться с мыслями, потому что материала по объему было много, и все это нужно было объединить в единое целое. Что ж, время пришло. Наша история началась в далеком августе 92 года, когда американцы решили, что пора показать русским, кто в небе хозяин. Поэтому, недолго думая, они пригласили к себе в гости наших асов провести пару-тройку учебных боев. Мол, прилетайте, устроим воздушные баталии, посмотрим кто кого. Конечно, официально это было упаковано в дружескую обертку. Типа теперь холодная война закончилась, поэтому будем дружить с странами и даже летчиками. Но по факту все оказалось несколько иначе. Отказываться от такой возможности было бы верхом глупости. Да и нашим летчикам хотелось проверить, так ли уж хороши американцы в небе, как хвастались в последнее время. С нашей стороны решили отправить полковника Александра Харчевского и его ведомого майора Георгия Карабаса. После согласования всех формальностей, летчики стали готовиться к путешествию в чужую страну. Им предстоял непростой перелет на своих машинах. Вот как об этом тогда писали в СМИ. На авиабазу Лэнгли ВВС США в штате Вирджиния вскоре с дружеским визитом прилетят военные из Липецкого центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС. Они прилетят на восточное побережье США по северной трассе через Чукотку и Аляску на двух учебно-боевых двухместных Су-27УБ в сопровождении военно-транспортного Ил-76. Это будет первый визит подобного рода. Раньше в Америку направлялись лишь испытатели высшего класса на специально подготовленных машинах. Но на этот раз прибудут строевики, полковник Харчевский и майор Карабасов. Самое интересное, наши летчики действительно считали, что визит будет дружеским. И встречать их американцы будут тепло. И мы, в общем-то, как-то быстро настроились на эту волну, что нас там будут встречать как друзей. А вот американцы, как мы поняли, у них это, ну, не так произошло, потому что они нас приняли. Однако все началось еще в небе, на подлете к США. По маршруту Анадырь-Эллендорф встретили нас F-15 с боевыми ракетами. Вы знаете, все нормально, но только очень удивительно, что гостей вроде так не встречают с боевыми ракетами. Во время всего перелета до США наши летчики тренировались. При каждой возможности выполняли маневры, проводили учебные воздушные бои друг с другом. И не только потому, что не хотели ударить в грязь лицом. По всей информации, которая у них имелась, в том числе из подачи американской стороны, истребители завоевания превосходства F-15 и F-16 уделывали Су-27 по всем параметрам. Вот когда начали изучать более подробно, что с какими самолетами нам придется проводить воздушный бой, то сравнивая характеристики самолета F-15 и Су-27, практически ни в одном диапазоне высот и скоростей мы не могли найти области, в которых преимущество имеет Су-27. Везде F-15 побеждает Су-27. Wow. Поэтому к моменту учебных боев летчики хотели быть максимально готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам.
В том числе и к тому, что даже если вроде как у них нет шансов выйти победителями из схватки, но американские асы могут допустить ошибки, а значит, можно будет этим воспользоваться. Позже выяснится, что данные по истребителям США были предоставлены американцами искаженными и не совсем соответствовали действительности. Почему же американцы не предоставили верную информацию? Они не то, что не совсем верные, а искаженные. Искаженные, так сказать, вроде бы как в их пользу. Наверное, когда их составляли, то рассчитывали, что это будет как устрашение для нас. Ведь любой пилот знает, что психоэмоциональное состояние летчика очень важно в воздушном бою. Если теряешь хладнокровие, то шанс на победу быстро стремится к нулю. После череды перелетов Александр и Георгий оказались наконец на авиабазе Лэнгли. Встретили их весьма прохладно. Когда наши летчики сказали, мол, давайте не будем тянуть кота за яйца и сразу перейдем к делу, американцы такие, не-не, пока никак, над аэродромом нельзя летать, только по особому разрешению, придется подождать. И давай мариновать Александра с Георгием, попутно раздумывая, как бы им еще посильнее устрашить да напугать русских асов. Ну и не придумали ничего лучше, как на третий день ожидания выпустить в небо F-15, чтобы русские посмотрели да прониклись. Вот так они выдали свой секрет, но пытались этим полетом нас, немножко осадить, что да, вы можете, но мы тоже. Что американский истребитель показал высший пилотаж на малых высотах, тут наши летчики были солидарны. Но это было, пожалуй, самой большой ошибкой американцев. Вместо того, чтобы расстроиться, Александр и Георгий проанализировали действия американского летчика и разработали тактику ведения боя против истребителей США. Но зато они показали, и мы сразу определили его слабые стороны. И с этого диапазона скоростя менее 600-650 км в час, это наш диапазон полностью, где Су-27 превосходит F-15 чуть ли не в 1,5-1,8 раза. Ну и, видимо, наконец решив, что русские все поняли и готовы проиграть, американцы организовали таки так называемое совместное маневрирование в акватории Атлантического океана. Ну хорошо, хоть так согласились. Для этого была выделена воздушная зона у побережья США в эшелоне высот от 2,5 до 8,5 километров. В зону пилотирования были направлены двухместный Су-27УБ, в передней кабине российский летчик, в задней американский командир этой авиабазы, F-15D, с американским летчиком в передней кабине и российским военно-воздушным атташе, тоже летчиком, который выполнял роль переводчика, и двухместный F-15D в качестве самолета сопровождения и наблюдения. Всего между русскими и американскими летчиками было проведено 8 боев. 4 боя провел Александр и столько же Георгий. Попробуйте угадать, кто выиграл и с каким счетом? Потом выяснилось, что вообще ближневоздушным боям они в последнее время придавали мало значения. Но истребитель ведь не может решать только задачу дальнего воздушного боя. Он обязан выполнять и ближневоздушный бой. Тактика – это, извините, Александр это наше достояние. Условия были типовыми для ближнего воздушного боя. Атака со стороны задней полусферы и попытка удержаться на хвосте противника, который, в свою очередь, пытается сорвать атаку и сам зайти в заднюю полусферу атакующего. Там они шаблонно действовали, и поэтому мы их легко увлекали вверх и заходили в хвост. В первом раунде роль цели выполнял F-15D, который подвергался атаке Су-27УБ. В дальнейшем предполагалось поменять их местами. Для американского «Орла» задача стряхнуть с хвоста российский истребитель оказалась невыполнимой. Зато 27-й держал противника в прицеле без особых усилий. Перемена мест еще больше увеличила разрыв в результатах. Атакуемый американцам Су-27УБ с помощью энергичного разворота с набором высоты на полном форсаже оторвался от противника. И после полутора полных разворотов вышел в хвост 15-му, произведя захват цели. Этот уже, я слышу, командир базы своему этому летчику. Что ж ты, мол, это самое? Поддаешься. Он говорит, я ничего не могу сделать. Right.
В одном из боев произошла забавная ситуация. Георгий этим же маневром вышел в хвост F-15, но выяснилось, что это самолет сопровождения. После этого летчик занялся своим конкретным противником, а тот полностью потерял его из виду и был вынужден запросить самолет сопровождения о местоположении противника. В это время 27-й зашел в хвост 15-ки и, оставаясь для него необнаруженным, прочно удерживал его в прицеле, о чем и доложили самолета сопровождения. Американец повторно попытался оторваться от преследовавшего его 27-го, но все его попытки оказались тщетны. Смена летчиков в кабинах бойцовых самолетов не внесла неожиданностей в результаты. В общем, из 8 учебных боев американцы не выиграли ни одного. Понимаете, они считают, что они самые сильные, самые способные, а вот все остальные, это вот мы, как русские медведи, вот, и признают только силу. И когда они проиграли бои, вот только после этого они нас зауважали. Зато на земле, в окружении прессы, когда посыпались вопросы: «Ну что, ну как, ну кто победил?», командир авиабазы Лэнгли сказал: «Примерно на равных». При этом наши летчики стояли рядом и все слышали. Ясное дело, они охренели от подобной наглости. Стоит этот командир базы, журналисты и все к нему. Как прошел воздушный бой? Он говорит: да все прекрасно. Вот я впервые убедился, какие американцы, в общем-то, лукавые люди. Ну а пресса и собравшийся вокруг люд дивился и охал. Оказывается, русские тоже могут. Превосходство отечественной техники и летного мастерства нашей пары было настолько впечатляющим, что американские орлы перестали при встрече на земле улыбаться и подавать руку. Обиделись. Им только и оставалось в бессильной ярости скрипеть зубами. Потом был перелет на родину, во время которого наших летчиков какое-то время сопровождали американцы. На пути следования истребителей была огромная грозовая туча, и нашим летчикам было проще облететь ее сверху. Когда они обошли ее и уже спускались, на обоих сушках отказали по 2 двигателя. Американские самолеты прошли низом, и было видно, как они отрываются от наших, уходя вперед. Так получилось, что нас заправили топливом, которое по плотности было ниже, чем положено для наших двигателей. И когда мы забрались на эту высоту 14 тысяч, обычно мы шли, самая большая высота у нас была 10 тысяч. Александр передал американцам: не отходите от нас. Если не сможем запустить двигатели, сообщите спасателям место нашего катапультирования. Но лучшие асы США, за день до этого проигравшие все воздушные бои нашим пилотам, лишь злорадно хохотнули в эфир и поддали газу. Возмущение вот этого такого предательства, что тебя бросает в тяжелую минуту. Второе, что ты еще не уверен, запустится двигатель или нет. Вот. И если запустится, то куда лететь? Там очень много изгибов маршрута было, и, в общем-то, мы над территорией Соединенных Штатов Америки, наши самолеты не приспособлены были. Внизу американская пустыня. На сотню километров вокруг ни живой души. Все потребители электроэнергии, кроме радиостанции, выключены, чтобы не разряжать аккумуляторы. Самолеты скользят вниз в полной тишине, проваливаясь к земле. Слышно лишь шипение кислорода в маске. Сразу мысль проскочили, что если мы сейчас покинем самолеты, позор, возвращаемся домой, пешком пойдем, ну, в общем, ну, стыдоба. А тем более не знаешь, чего они остановились, и сразу на 2 самолетах по 2 двигателя. Это нонсенс, ну, такого вообще никогда не было. Александр. И тогда Александр, обдумав тупиковую ситуацию, решает рисковать, дает команду ведомому: «Жора, заходим в пике, пробуем запуститься, делай, как я!» 2 небесного цвета тяжелых истребителя свободно падают к земле, напоминая авиабомбы. Заглохшие турбины, нехотя, набирают обороты от набегающего потока все более плотного приземного воздуха, прокачивая из топливопроводов в камеру сгорания гнилое американское топливо. По 8, по 9 попыток запуска высота уменьшается быстро и неотвратимо. И если не получится,
думать об этом времени нет. От быстрого снижения закладывает уши. Летчики, раскрыв рты, криком и глубокими вдохами пытаются выровнять внутричерепное давление. Иначе барабанные перепонки просто лопнут к чертям. Друг друга почти не слышат. Какие тут к лешему переговоры? И вдруг ведомый кричит в эфир: «Правый запустился! Выравниваю!» А Харчевский все еще несется к такому ненавистному сейчас песку пустыни, бешено глядя на датчики работы двигателей. И вот взвыла турбина. Полковник рванул ручку управления на себя, теряя зрение от навалившейся перегрузки. Вот, и двигатель запускается. Счастье неимоверное. Запустились буквально вот у ведомого на высоте 3000 метров начал запускаться один двигатель. А на моем самолете с высоты 2500. А 2000, ну, представляете, это все прошло в течение 1.5-2 минут. С 14 вот до этой высоты. Каким-то чудом двигатели сушек запустились, и наши летчики смогли догнать американские истребители, а позже благополучно приземлиться на следующей точке маршрута, на очередной авиабазе США. Александр думал, что командир авиабазы хотя бы отругает своих пилотов. И главное, что командование никаких абсолютно... Не то что взысканий, даже разбора никакого не устроило по этому поводу. После, кстати, штатовские орлы-летчики, которые сопровождали наших, подойдя уже на стоянке, с нагловатой ухмылкой бросили вне радиоэфира: «Ну что, Russian Birds, туго вам пришлось? Ладно, радуйтесь тому, что в живых остались». А один добавил, понизив голос: «Обоссались? В следующий раз хуже будет». Вот такие вот дружеские шуточки. Да. Видимо, очень обидно было американским асам проиграть в сухую. После первого визита я уже убедился. Ну, американцы вот никогда нам, друзья. Really, like, если в воздухе бросают людей тяжелые, трудные ситуации. Really. После этого инцидента неприятности для наших летчиков закончились. И они благополучно вернулись на родину. Из-за границы они привезли безоговорочную победу, неприятный осадок от поведения американцев и понимание, что друзьями они русским не будут никогда. Но не только с американцем в учебном бою пришлось встретиться Александру Харчевскому. Был у него еще и бой с французом, но это уже совсем другая история. Впрочем, если вы хотите ее услышать, я как-нибудь ее расскажу. А на этом у меня все. До новых встреч! This is truly an interesting video. I really enjoyed with it because much love and respect from the Philippines to Russian. They just agreed with the invitation of the American to prove that they are a great pilot in the whole world, and they never did to fail the Americans of proving with it, because my God, Mr. Alexander was very, salute to Mr. Alexander. He is a very great pilot that he knows what he is doing, and he knows also the flaws of the American, like maneuvering with that fighter jets. Oh my God, goodness gracious. They really, for me, I think there's no need for the Russian to prove, because they are very amazing in all such, in many ways, in many fields, because they really like studied and everything. Mr. Alexander, you are a very great pilot. Such an incredible video that you really, there's no need for you to prove whichever part in the world, because you're such an amazing, smart and brilliant pilot. Wow, I enjoyed watching with this one, and that's so amazing. The Russian aces of how they flow on this fighter jets, fantastic, and I enjoyed it so much. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Plagadag React. Thanks, the humble capacity best. If you want to connect my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Privet and Spasiba, to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. God bless po. Mabuhay tayong lahat.